Всем привет! Меня зовут Недорезов Влад, и я являюсь бренд-мастером компании Maxxium, а также бартендером бара World Chess Club Moscow. И сегодня в разделе «Мастерская» на платформе InShaker мы с вами поговорим о такой интересной теме, как инвестиции в себя. Поговорим как о профессиональном, так и о личностном развитии. Поэтому пойдем по порядку. Инвестиции в себя начинаются с работы над собой, а уже после над своими навыками. Для начала вам нужно разобраться со своими целями, планами, желаниями и стремлениями. Потому что иначе далеко мы с вами не улетим. Если вдруг у вас не получается разобраться с самими собой, то нет ничего плохого и страшного, чтобы обратиться к специалистам. Именно благодаря тому, что я разобрал свои планы, цели, желания и стремления, я смог задать правильный и нужный для себя вектор для развития как в барной индустрии, так и в своей личной жизни. Не стоит пренебрегать и хобби, занятиям спортом и медитацией. Потому что если пренебрегать всем тем, что я сказал до этого, можно прийти к эмоциональному выгоранию, ролик о котором также есть в разделе «Мастерская» на платформе InShaker от Саши Тимофеева. Переходим к следующему этапу. И здесь мы снова с вами говорим не о профессиональных навыках бармена, которые обычно пишут в вакансиях на HeadCountry и Работа.ру. В этом случае мы поговорим о работе над внешним видом, речью, мимикой и навыками актерского мастерства. Чаще всего людей встречают по обложке, но вот за своей обложкой следить мы не особо любим. Это надо исправлять. Походы к парикмахерскую. Современная или же удобная одежда, но все-таки опрятная, это даже не обсуждается. Ухоженное лицо, побритая борода, красивые ногти. Это очень важно. Касается и парней. Парней в особенности. Также стоит уделить внимание таким моментам, как речь, мимика и актерское мастерство. Естественно, чаще всего мы начинаем с книг. И в этом случае я рекомендую такую книгу, как «Искусство жить на сцене». Также есть прекрасные курсы и школы, как, например, Google School, где есть как навыки сценического мастерства, так и работе над речью и так далее. Очень интересно, рекомендую. И, естественно, есть YouTube-каналы, мы можем делать это дома, на примере таких каналов, как Show Школа и Vocal Image. У меня самого раньше были огромнейшие проблемы с дикцией и речью. Я постоянно глотал слова, тараторил. И те, кто меня знают, давно знакомы с этим очень хорошо. И до сих пор это является частью моей проблемы. Но, как говорится, нет предела совершенству. Поэтому, что я могу вам порекомендовать? Записывайте себя на видео. Смотрите, как вы стоите, как вы двигаетесь, как вы говорите. И если вдруг вы не видите каких-то проблем, то рекомендую создать фокус-группу, соберите своих друзей и уже коллегиально разберитесь с тем, над чем определенно стоит поработать. Зафиксировали и идем дальше. О да, наконец-то мы с вами переходим к делу и поговорим о профессиональных навыках бармена. Нам же только напитки вкручивают, зачем нам быть красивыми и ментально здоровыми, все верно? Поэтому начнем, естественно, с книг. Думаю, все из вас так или иначе слышали кучу всяких рекомендаций от тех или иных представителей барной индустрии. Поэтому я не буду сейчас вам снова рассказывать этот огромный список от А до Я, а просто расскажу свои рекомендации специализированных книг, часть которых только на английском языке, которые, по моему мнению, дадут вам интересный набор знаний. В первом случае это Liquid Intelligence, дальше это Код коктейля, Гид по ферментации от Нома, Every Book и «Тезаурус вкусов» первого и второго издания. Дальше стоит обратить внимание на барные курсы и школы. Сейчас их стало достаточно большое количество. И есть как хорошие школы, так и неплохие школы. Поэтому я выделю основные, которые действительно могут принести вам пользу. В первом случае это, естественно, школа Романа Тарощина, где вы можете познать как азы барного ремесла, так и более углубленные знания. Курсы Виталия Колпина, у которого вы можете ознакомиться с таким прекрасным навыком, как рабочий флэринг. И, конечно же, не могу не выделить такие прекрасные курсы, как Bar Factory от команды El Capitas и Bar Solution от команды Коробка. Также у ребят есть собственный YouTube-канал, где они делятся интересными рецептами приготовления напитков с использованием современных техник. Естественно, не стоит забывать о нашем разделе «Мастерская» на платформе InShaker, где вы можете получить
тонну полезной информации, причем бесплатно. С вас требуется только подписка на канал и лайк. Так мы будем действительно понимать, что вам это на самом деле интересно. Теперь моя любимая часть – стажировки в других барах. Многие до сих пор очень мало используют данную прекрасную возможность. Стажировки в лучших проектах России по всем регионам, будь то Москва или Санкт-Петербург, вам нужно всего лишь написать представителям этих заведений. Если вы распишете правильно свою цель и планы на эту стажировку, то с большей долей вероятности вас примут на борт их корабля. Главное, не стесняться писать. Я уверен, что в большинстве случаев можно договориться с руководством вашего заведения об оплате вашей стажировки при условии того, что вы действительно напишите, в чем будет польза для заведения от вашей поездки. Если же вы готовы платить сами, пожалуйста, тут все зависит от ваших навыков красноречия. Почему я так топлю за стажировки? Потому что благодаря стажировкам я смог обзавестись одним из самых важных ресурсов – знакомством. Именно благодаря ним год назад я смог спокойно переехать в Москву и сразу попасть в одним из самых интересных барных проектов Москвы – World Chess Club Moscow. Поэтому, друзья, дерзайте. Я уверен, что именно благодаря этому вы сможете достичь большего. Также стоит уделить внимание и барным конкурсам. В последнее время их действительно появилось большое количество. И благодаря участию в них вы не только сможете прокачать свои навыки самопрезентации, но и, опять же, обзавестись интересными знакомствами, будь то офлайн или же онлайн участие. Также это поможет вам засветиться в медиапространстве, что, естественно, очень хорошо повлияет на ваше развитие и ваше движение в будущем. Поэтому я крайне рекомендую вам принимать участие во всех подобных мероприятиях, а платформа InShaker вам в этом поможет, так как у них есть огромное изобилие всеразличных активностей. Про глобальные конкурсы я вообще не вижу смысла говорить, так как и так понятно, что благодаря ним вы сможете стать чуть ближе к пантеону легенд барной индустрии. Расскажу, допустим, на своем примере участие во всех этих мероприятиях. 2 года назад я попал в такой проект, как мастерская знаний от компании Maxium, где мы в течение недели участвовали в различных мероприятиях, проходили мастер-классы, решали кейсы, и впоследствии нас отобрали в финал, где мы уже защищали свои собственные проекты, после чего нас отобрали 10 человек, финалистов, бренд-мастеров, которые по сей день трудятся на благо компании. Пора резюмировать полученную нами информацию. Важно следить за своим ментальным и физическим здоровьем, за своим внешним видом, ездить на стажировки, читать книги, проходить курсы и не забывать про свои хобби. И вот, став комплексным барменом, который разобрался с собой, знает, как развиваться не только профессионально, но и личностно, став открытым и честным, мы движемся в том же направлении, что и обновленный мультисолдовый виски Naked Malt. Живите открыто, будьте собой. С вами был Недорезов Влад, мастерская на платформе InShaker. И помните, самый верный путь – твой.